я занимаюсь уже 10 лет, как раз в этом году исполнился такой небольшой юбилейчик 2013 года. Вот, в этом году сосредоточилась на получении ароматной галоксини, потому что многие стали спрашивать именно ароматные. Вот. Удалось получить... Перебью, извините. Ну, будем, ничего, будем делать. Да, да, вот, навеяло. Вот, я встречался в свое время с Борисом Михайловичем Макуниным. Да, вот, ну, я с ним познакомился где-то за год, наверное, до его смерти. Вот, и мы там за это время там встречались, и мы там открываем дом фиалки, да, отлично, да, там нужно поставить самовар, пусть бабушки пьют чай, там приходят. Вот, ну, это было так, как его реакция. Вот, и вот я у него спросил, говорит, Борис Михайлович, а что ж такое, так много фиалок и нет фиалок с ароматом? Говорит, ну вот, представляешь, были бы фиалки с ароматом. Вот, и они все пахли. В квартире жить невозможно. Это был его ответ. Вот, то, что они без аромата, можно поставить сотни фиалок и с ними жить. Если бы они были с ароматом, поставить сотни фиалок и жить невозможно. Ну, это было, было такое. Смотря было, насколько было интенсивный аромат. Никто не знает, да, какой бывает. Бывает, он такой очень тонкий. Да, и когда мы очень, да, но, да, у галоксини, да. Поскольку вы сказали про аромат, но извините, навеяло еще раз. А вы когда-нибудь нюхали ароматные галоксини? А я нюхал ароматные стрептокарпусы. Это аромат. Не такой жить. Аромат вообще, да. Обалденный. Хорошо, Лена, будем жить. Нет, это есть ароматные сортики, да. У них какой-то такой вот лотосовый, ну, аромат, с арбузом. У меня достаточно комнат, у меня там как бы галоксини в одной комнате, там фиалки в другой, поэтому я могу разделить. Ну, начну я вот с этого сорсика, с белого. Тоже белые пользуются большой популярностью. Вот этот сорт назвала «Полярный мак». Он такой чисто белый. Здесь, к сожалению, какой-то сирит, но на самом деле он прям... такой кипельно-белый, очень красивая форма бутона и какая-то такая даже волнистообразная, я бы сказала. И по мере раскрытия он вообще огромный становится. Вот этот у меня тоже по размеру бутонов великан. С любовью Рози назвала его в честь фильма. Очень мне понравился, и вот как-то навеяло, потому что он такой вот прям ярко-ярко-красный. Серединка у него такая тоже как выраженная. И многолепестковый, многорядный, на толстых цветоносах. И прекрасно держит цветы, цветонос. И розеточка такая тоже аккуратная, несмотря на величину цветка. Этот сорт назвала «Аметистовый снег». Понравился мне тем, что вот у него край прям кипельно-кипельно-белый тоже, а потом идет краб сиреневый и горло темное. То есть такой переход интересный от светлого прям к темному-темному. Тоже крупные цветы. Вообще оставляю сейчас на проверку только все с крупными цветами. Все, что такие, либо красивой формы, двухрядные, пусть, либо чтобы он был прям набитый, такой, многорядный. Вам плохо видно с этой стороны? Можно передавать. Можно, вот, да, фотографии. Фотографии можно передавать, те, которые уже посмотрели, да, передавать там, да, люди, да, посмотрели. Да. Этот сорт назвала «Юная француженка». Вообще у меня всегда на лиловой ассоциации с Францией, поэтому у меня много сортов такие вот. Вот тоже такая кружевная у него форма, очень такой ярко-ярко-лиловый оттенок. Горлышко красивое здесь вот не видно, но он такой немного со стрелочками. Красота. Вот это вот один из моих любимчиков этого года, крылья фламинго. Интересный сорт, но как будто какой-то такой... Глазастик. И... Глазастик? Ну, это вот, да, такой. Он как будто бы мраморный, то есть у него неравномерный. Ну, если посмотреть, так вот, два таких глазика, видите, вот, с одной стороны, с другой, да, стороны. Да, вот темная середина, вот нравится, когда, да, светлый такой, это, еще и неравномерный такой окрас. И он как раз-таки ароматный. Ароматный. Вот все, и розетка у него тоже такая шикарная, аккуратная, не размашистая. Еще вопрос про аромат. Значит, про стрепсы...
Ну, я этим как одно время занимался, смотрел. Сейчас что-то как-то не ушли, но ну, было одно время модно. Вот. И там, ну, это американская селекция. Это у Робинсона были ароматные сорта. Вот. И вот что они говорили, что аромат стрептокарпусов чувствуется ночью. Днем они не пахнут, ночью они пахнут. Они объясняли, почему. Оказалось, что стрептокарпусы опыляются какой-то ночной бабочкой. И поэтому у них есть такой как бы склонность к тому, чтобы бабочку эту привлечь, вот, они дают аромат, чтобы бабочка там как, летит, понюхала, приземлился, пылью, понимаете? Вот, то есть именно поэтому они, то есть утром просыпаешься, уже не пахнет, вот, а это нужно ночью встать. А еще когда хотят пить. Наверное, это тоже связано как-то с жизненным циклом. Ну, она может чувствует, быть, но, что но, ей воды нет, и скоро про ночные бабочки я слышал. Здесь нет такой особенности, они как бы круглосуточно пахнут. Нет, тоже у них интенсивность разные сутки, да, отличается. Обычно вот они сильнее пахнут утром. Ну, может быть, у них утренние бабочки. У бабочки проснулись, да. Полетели. Еще нож, такой нож, интересный нож момент запахнула, заметила, что не обязательно, когда есть пыльца, то есть и без пыльцы тоже есть аромат. Ну, на всякий случай. Потому что у махровых вообще часто бывает, если им нужно прилить бабочку, даже если нет, да, не, ну не важно, нет, ну в природе, даже если нет пыльцы, вот, то она может предполагать, что, ну, как бы это растение, ей же нужно, чтобы бабочка на пестик полетела, а не на пыльцу, понимаете? Она может бабочка прилететь на другое растение, на которое есть пыльца, и принести пыльцу на это, которое пахнет, понимаете? Там, то, которое отдает пыльцу, оно может не пахнуть там, как бы, понимаете? А то, которое хочет опылиться, ей нужно пахнуть. Не, ну вот, ну так-то. Не, природа и заложенные механизмы. Это интересная тема, там, да, вот что стимулирует растения, какие-то дополнительные усилия предпринимать для того, чтобы выделять запах. Про ее прародители привлекали насекомых. Следующий. Так. Давайте. О, с желтым глазком. Это, да, тоже очень такой эффектный. Фонарик такой. Варвара Красав. Почему-то посмотрел на него, у меня сразу такая ассоциация возникла. Очень интересный венозный рисунок и такой прям темный, темно-фиолетовый край. Прекрасно. И лимонные горло. Здорово. Тоже цветы очень правильной круглой формы. Лист с темной нижней стороной. Тоже смотрится очень красиво. Здорово. О, ну у вас глазастику сколько получилось, да. Знаете, это тоже здорово. А я вот, кстати, не обращаю внимания, вы сразу вспоминаете, как глазастика. Не, ну у вас две фиалки там, да, как, понимаете? Две фиалки там. Похоже на сову, да, вот там. Назвала его розовый парафин. Хотя он как бы больше, наверное, в сиреневый, но не знаю, почему-то мне захотелось его именно розовый парафин назвать. Пышный, вообще такой, как будто 3D. Тоже распускается, прям выворачивается. Очень красивый, нежный окрас, да, и горло. Сразу глаза бросаются. Это бифлёр. Крупные цветы, очень красивое раскрытие. Раскрытие в форме розы. У меня тоже есть, наверное, десяток уже таких сортов, которые я с таким раскрытием очень люблю. Такие формы бутонов. Этот вот сорт белая лилия, когда я его выставила, прям мне сразу стали все писать, потому что у него действительно такая форма, как так я его назвала, белая лилия. Такая вообще для глоксинии очень редкая форма, у меня таких пышных сортов и нет столько формы. И по краю лепестков у него еще и такая рюшистость. Да, прекрасно, отлично. Белый очень здорово смотрится. В разных вариациях нужны всегда востребованные, ну, как белые фиалки, там, да, они ценятся, там, ну, особенно с крупными цветками, там, мы просто видим, что, ну, люди на них реагируют сразу, видят цветок, им сразу нравится, это тоже очень здорово.
делает цвет чистоты, поэтому надо притягивать. И он тоже ароматный. И вот именно вот у этого сорта отличается аромат от других. Он очень такой. Я не знаю, как, когда тоже, он цвел, я прямо специально подходила, стояла. Тоже, тоже утром? Он, нет, он днем пахнет. Не сегодня утром, конечно, но пахнет всегда. И у него был такой очень сильный аромат, и я вот прям даже подходила, стояла, нюхала. Вот кто-нибудь бы духи такие сделал бы, я бы прям с удовольствием такие купила. И вот последнее, всегда традиционно темненькими заканчиваю. Это антрацит, такой тоже глубокий темно-фиолетовый оттенок. У меня были очень черные. Это вот тоже похожий оттенок по интенсивности окраса. Листья тоже с серебристыми прожилками. Но он крупнее, нагоряднее получился, не такой привередливый, как очень черный. Поэтому решила оставить в сортах. А, ну вот, смотрите, вот у меня вот вопрос. Я говорил, что несколько сортов вот на майской выставке там мы вас приобрели. И у меня гена Александрия, больше всего запомнился, да, вот у него было штука, вот я посмотрю, у вас здесь один-два цветочка, но на нем было 20 цветов. Вот как, это зависит от возраста растения или вот от чего это зависит? Это и от условий, конечно, зависит, и от взрослости растения. Но это в мае это были детки, понимаете? В мае была детка. Возможно, она потом цвела. Вот я как бы этот момент я не отфиксировал, я не помню. Может, она где-то летом цвела, может быть. Потом, возможно, у нее она. Ну, они у меня стоят там, как бы, их было немного, они на одном поддоне стояли, но стояли. И потом бас она там где-то осенью там расцвела, у нее было штук 20 цветов, и они все вот так вот, все кроме цвета. Вот я, я не понимаю, как вот. Есть богатые сорта. Да, они закладывают всегда много, но не у всех силы хватает все открывать, а у этого хватило. Значит, хорошо ухаживают. Я как-то могу это объяснить. Я в то время, там где-то в сентябре, поставил фильтр для воды. И вода стала другой. Пиалки отреагировали это заметно, они стали давать больше бутонов, стали химеры появляться, пиалки отреагировали. Вот фильтр поставил. Вот, возможно, это было где-то, по-моему, ноябрь. То есть вот она цвела где-то уже перед тем, как уйти на покой, она цвела. Но цвела просто. Фильтр обратного? Обратного осмоса, да. У меня бак там на 250 литров. Воды стоит под промышленный фильтр с моторчиком, вот который он стоит на полу, он поднимает воду в бак на 250 литров, который стоит наверху, и оттуда из шланга все поливаю. Для того, чтобы туда воду загнать, я там добавляю удобрение, все там как бы довожу это воду до кондиции, а потом поливаю из шланга все поддоны. У меня стоит на поддонах. Вот. Так вот, это промышленный фильтр, да, который 80 литров, делает 80 литров в час. Ну, 205 литров, он где-то за 3 часа справляется, да, с этим баком. Вот. Но возможно, я вижу, что многие отреагировали на растения, в том числе, можно объяснить цветение такое обильное, может быть, еще и тем, что вода была. Поменялась вода встала. Я знаю, что плацини тоже выращивала, они очень любят естественное освещение. Вот на полках они не очень, конечно. У меня у меня так, смотря какие вам. Значит, у вас не очень правильно подобраны, не хватает. Да. Я вообще основную часть выращиваю на стеллажах под лампом. Я использую неэль. Как фитоспирт, да? Да, для основного освещения. Вот в прошлом году я вам советовала. Я поставил. У меня вот это первый поддон, на котором прекрасно свели. Значит, там это мансардное окно, и поддон стоит прямо под этим под мансардным окном. Понимаете? Вот. Но там еще параллельно проходит еще лампочка тоже проходит. Есть естественное освещение. И добавляется еще и вот это. То есть у меня получается комбинированное. В этом году у меня там три поддона стоят, мансардное окно одно, три поддона стоят
при освещении лампочками, но они все-таки вот под окном не вытягиваются, а под лампами вытягиваются. Может быть, действительно нужно еще посильнее света. Моей мамы тоже нет лампы, она все вращает на балконе. Хорошо все тут, да. Летние, да. Ну, как вот по режиму, да, галактики. Они как-то больше бутонов закладывают. Нет, галактики, как насчет фиалок, они не столько требуют к кормежке, к свету, сколько в галактики. Надо больше кормить, интенсивность освещения закладывать. Еще важно пересадки делать, чтобы стимулировать корнеобразование. А сколько было фиалки? Чаще. Чаще, чем вот. Да, хотя бы два раза за сезон значит, надо кормление. Нет, после лекции вот еще вопросы. 50 сортов это раньше было, сейчас стало 10 или все равно осталось 50, просто вы выбрали 10? Новинок. Очень много. Вообще я оставила на проверку около 70 в этом году, около 70 сортов. Это вот сколько? 70... Это сколько пыления, сколько коровочек? Вот это, как... Я сеяла, по-моему, 60 опылений, видов, 60 видов опылений. Кошмар. 600-700 где-то сеянцев я вырастила. Дома. У меня просто балкон очень большой. Ну, основная часть там стоит. Обалдеть. 7 стеллажей на балконе. 3 стеллажа шестиполочной квартиры. Вот живем среди цветов. А помощники у вас есть? Один есть. Да. Потому что я одна не справляюсь. Ну, какой? Муж? Или... Нет, не муж. Специально работник. Да, помощник. Нет. Мальчик. Такое количество. Как интересно. Любит очень растения. Понятно. Но там просто и мужская сила, нужно что-то на заказ, на почту. Отлично. Машина была. Я девочку выжила. Коробки на почту не оттащит. Каким-то есть чувак? Отлично, спасибо. Очень здорово. Спасибо, очень здорово, да. Спасибо.